Весной 2015 в нашем городе следить за своим здоровьем стало гораздо легче. В Адлере открылась медицинская лаборатория, которая может похвастаться не только самым современным оборудованием, но и врачами лабораторной диагностики наивысшей квалификации. После появления 5 филиалов лаборатории «Оптимум» в Центральном, Хостинском и Адлерском районах время для анализов удается значительно сократить. Пункты забора крови находятся в пешей доступности от жилых массивов, и буквально через 15 минут после визита пациента материал уже в процессе исследования. Как в многих городах вне столицы, очень слабо развита лабораторная диагностика. Она узкоспециализирована. Мы же принесли это и генетика, и бактериология, которая намного расширила спектр исследований. Повышение качества медицинского обслуживания в Сочи – цель научно-практической конференции, которую лаборатория «Оптимум» проводит в свой день рождения. Среди приглашенных более 70 практикующих по Большому Сочи специалистов различного профиля. Такие встречи обещают сделать регулярными, а значит, с новшествами в диагностике состояния человека сочинские врачи будут знакомиться вскоре после появления в мире. Минувшим летом, благодаря экспресс-диагностике причин острых кишечных инфекций, пациенты смогли вовремя получить адекватную терапию. «Оптимум» стала первой лабораторией в Сочи, где начали проводить исследования по выявлению вируса свиного гриппа. Когда мы начали работать, мы выдвинули такой лозунг: «Мы лучше и мы рядом». Лучше мы, потому что у нас самое современное оборудование и самые сильные доктора лабораторной диагностики. Мы рядом, потому что анализ делается здесь на месте. И я думаю, через год наш лозунг будет уже «Нас не догонят». К своему второму дню рождения в планах коллектива лаборатории «Оптимум» стать еще внимательнее к здоровью сочинцев. Ежедневная обработка более 500 заявок на исследование – не предел для оборудования специалистов лаборатории. Цель ближайших лет – появление пунктов забора биоматериалов во всех районах самого протяженного города Европы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.